Я монах, меня как монаха просили. Скажите, какие двумыслия, существует ли двумыслия в нашей войне? Нет, говорю вам, не существует никаких двумыслий. Существует враг и существует защитник. Существует защитник и существует враг. И наша задача распознать, и не надо очень много думать, не надо очень много сочинять, как распознать врага, его культура. Что такое его культура? Может быть, какая-нибудь там порнография, может быть, еще какие-то волеизъявления в творческом порыве. Но мы знаем, что Божьей милостью, пусть даже наследуя программы господ Романовых, мы не сделали фильм ужасов. Evil Empire. Мы можем сказать обратное. Простите нас. World Evil Empire. Это наш сосед. Мы как молодые люди пытаемся исследовать, что говорят о нас вести со стороны. Они нам говорят, это сложные батюшка, соседи. Можно как бы уже как бы закругляться, пожалуйста. Сложные что... соседи. The difficult neighbor. Danger neighbor. Но надо признать из всей истории Руси, что по-настоящему сложных соседей, по-настоящему difficult and unable neighbor имеем и мы. И это наша данность. Thank you.